Прежде всего нужно понять, что выученная беспомощность – это защитный механизм. Когда мы находимся в ситуации ощущения невозможности повлиять на жизненные обстоятельства, у нас действительно может формироваться такой блок как бы, внутренний. И здесь важно, если вы хотите из этого состояния выходить, а выходить, наверное, нужно, потому что иначе можно легко скатиться в депрессию, очень важно понимать, что жизнь продолжается, и на каждом новом ее повороте будут возникать новые возможности. То, что вы сейчас оцениваете ситуацию как безысходную, это оценка нынешнего момента. Но будущее неизбежно наступает, и в нем будут новые возможности. И думать нужно про будущее, как про потенциальные возможности для самих себя. Ну, вопрос, что мы называем интуицией. На самом деле интуиция – это, как правило, работа нашей дефолт-системы, той области мозга, где происходит действительное мышление, и оно происходит у нас подсознательно. Я про это очень подробно написал в книге «Машина мышления», и думаю, это может быть полезно и интересно для вас. Но в целом, если мы говорим про эффективное использование интуиции, значит, ей нужно помочь. Вот, собственно говоря, технология FactCard, которую я создавал, и вот сейчас я написал, кстати, закончил только новую книгу «FactCard для бизнеса». Значит, технология FactCard, она позволяет нашу интуицию сделать, ну, как бы целенаправленной, заставлять свой мозг прокручивать внутри самого себя весь объем фактов, который необходим для правильного принятия решений. Ну, в такой ситуации я бы предложил подумать о том, что речь идет не об одиночестве, а о каком-то состоянии нашего мозга. Да? Наш мозг может находиться в состоянии переутомления, и психологически это ощущается как выгорание, и может переживаться как чувство одиночества, что ничего не хочется, что все бессмысленно там, и так далее. Он же может вкатываться и в состояние депрессивное. Депрессия – это не приговор. К счастью, она хорошо лечится и с помощью антидепрессантов, и с помощью психотерапевтических техник. Но нужно понимать, что если у вас объективно все хорошо, но субъективное ощущение плохое, то, скорее всего, это ваш мозг сейчас находится в таком сбитом состоянии, как летчик сбитый, и нужно ему просто помочь с помощью специальных техник. Это вопрос, на самом деле, тоже про мозг. Он у нас существо любознательное, да, нам нужны калории для того, чтобы выжить, и нам нужны биты информации, чтобы выжить. И за то и за другое он поощряет нас с помощью специальных внутренних механизмов, в частности, дофамин. И мы хотим получать новую информацию, с одной стороны, из инстинкта самосохранения, для того, чтобы как-то понимать, что вокруг происходит. Ну, по крайней мере, так это биологией было задумано. А дальше это, соответственно, вот поощрение дофамином. И особенность дофамина заключается в том, что если вы уже как-то им насытились, то после этого возникает вот этот дофаминовый голод, и мы ищем новую информацию. И здесь очень важно просто научиться со своим мозгом договариваться на предмет переоценки того, что вы имеете. И зачастую это оказывается дополнительным источником радости. Машенька, задаете очень непростой вопрос, и сейчас многие из-за этого, конечно, сильно переживают, потому что новая информация, да, как изменился наш мир, что в нем происходит, оно действительно заставляет нас пересматривать планы на будущее. А смыслы же у нас родятся от того, что у нас есть какое-то предощущение, зачем мы что-то делаем, куда мы идем. Сейчас вроде бы непонятно, куда идти. Но, как я уже говорил, жизнь продолжается, и нужно вот исходить из того, что это сейчас временный момент, и дальше снова перед нами будут новые задачи, новые возможности, а самое главное – люди, о которых мы можем беспокоиться, которым мы можем помогать, и которые будут нас поддерживать, в
В конце концов, смысл жизни, как показывают исследования специальные, он прежде всего в отношениях с другими людьми, в качественных отношениях. Олег задал мне вопрос не в бровь, а в глаз, потому что я явно не тот человек, который быстро находится с ответом. Мне нужно подумать, мне нужно вникнуть. Я не люблю такие вот краткосрочные форматы, как здесь. Но что поделать, надо привыкать и, по сути дела, просто тренироваться. Главное правило, которое вы должны усвоить, вы все хорошо будете формулировать и рассказывать, если вы хорошо понимаете, что вы собираетесь сказать, это первое. И второе, это вы натренировались. Вот я натренировался худо-бедно как-то за минуту пытаться сформулировать мысль. Это навык. Вот. Так-то мне, конечно, надо помозговать, порассуждать, и потом я ее найду, эту мысль. Но если вы уже знаете, и дальше тренировка. Вопрос про будущее. Будущее есть, и надо его нам близить. Да? Надо что-то делать в настоящем, чтобы наше будущее было, ну, более оптимистичным, более содержательным, консистентным, как сейчас говорят. И я, и своих сотрудников, и самого себя, наоборот, собираю в такой ситуации. Да? Значит, есть планы книжные. Сейчас вот одну книжку закончил. Дальше у меня планы написать книгу о векторном кольце. Плюс у нас готовые упражнения, они уже протестированы, которые мы будем использовать в курсе в рамках «Красной таблетки 2», да, там, где будет как раз про жизненный выбор, про инвентаризацию собственной жизни, про собственные желания. Ну и много-много других проектов. Будущее мы будем делать с вами. Вот какой план. Давайте сначала очевидную вещь скажу. Если вы чувствуете, что уже совсем не справляетесь, то, конечно, нужно обратиться к специалисту. Но если говорить о конкретном совете, самое важное, когда вы боретесь с тревогой, с паникой, с внутренним напряжением, не думать, что с этим невозможно справиться. Вот как только у вас в голове возникает эта шальная мысль, что ничего не помогает, тут вы сразу оказываетесь в ситуации, когда действительно ни одно упражнение психотерапевтическое не будет работать. Очень важно, когда вы делаете там все техники, про которые я рассказываю, для борьбы с тревогой, просто понимайте, они сейчас по чуть-чуть все начинают работать, происходит такой эффект накапливания. Конечно, простое упражнение сразу вам не поможет, но шаг за шагом вы способны действительно свое состояние улучшать. Не паникуйте. Ну, давайте тогда сразу про практическое упражнение. Значит, что нужно сделать для того, чтобы из внутри собственной головы переключиться во внешнее? Прежде всего, нужно понять, что это вопрос активности и направленности нашего внимания. Внимание бывает внешнее, и внимание бывает внутреннее. Собственно, для борьбы с тревогой очень важно внутреннее внимание замещать вниманием внешним. То есть оглядитесь по сторонам, просто посмотрите вдаль, расширьте, что называется, свои оптические горизонты, посмотрите на предметы в комнате, что-то поделайте, какую-то рутинную работу. То есть обязательно начать загружать внимание какими-то внешними естественными раздражителями. Понимаете, если вам нужно бисером вышивать, то вы, очевидно, в этот момент будете заняты бисером, а не тем, что у вас происходит в голове. Знаете, бывают плохие страхи, но это особенно плохой страх. Дело в том, что когда мы начинаем бояться, что другой человек уйдет, мы начинаем его подсознательно как-то проверять, зондировать, так сказать. И, по сути дела, только его дополнительно раздражаем. Если вам человек по-настоящему важен, да, он от вас не уйдет, в том случае, если вы хорошо понимаете, в чем его нужды, в чем он внутренне, психологически нуждается. К сожалению, мы про это очень мало со своими близкими говорим. А мне кажется, что это как раз самое важное – понимать внутренние мотивы. И не простые объяснения, да, а вот задавая дополнительные вопросы,
как бы сочувствие, реконструируя его жизнь, его ситуацию, вы можете понять, что ему нужно, и когда вы это будете ему давать, то, конечно, он будет вам благодарен и будет с вами. Ну, мы теряем вкус к жизни, когда у нас развиваются депрессивные состояния, которые требуют лечения, включая антидепрессанты. Вот, поэтому, если у вас это действительно такая существенная ангедония, как говорят психиатры, то нужно принимать антидепрессанты и нужно лечиться у психотерапевта. Но самое важное, мне кажется, в настоящий момент понять, что вкус к жизни определяется не там, тем, что вы сейчас имеете, да, а тем, что вы можете иметь. И вот задача, мне кажется, простроить для себя вот такую внутреннюю перспективу. Какая жизнь должна быть у вас, чтобы вы чувствовали к ней интерес и вкус. Ну, в каком-то смысле помечтать, но не абстрактно, а вот прямо можно технологию факт-карт использовать. У нас есть такое мини-упражнение. Просто садитесь, выписываете все, что вам бы хотелось. И дальше из этого уже получаете инсайты. Самое главное, что нужно понять про прошлое, это то, что оно уже закончилось, его уже нет. Как говорил Эпиктет, или не Эпиктет это говорил, короче говоря, прошлого уже нет, будущего еще нет. И сейчас, когда вы переживаете из-за прошлого, вы, по сути дела, просто отказываете себе в действиях, которые необходимы для того, чтобы оказаться в том настоящем, который вас устроит. И вот нам надо исходить из того, что будущее, прошлое было, каким оно было, черт с ним. Вот. Вопрос, что у нас перед нами стоит будущее, вот где мы можем еще налажать. И вот чтобы это будущее сделать правильно, я и должен жить настоящим моментом. Потому что только в настоящем моменте я могу сделать что-то для своего будущего. И вот этот внутренний настрой очень вам поможет.